Что, курёхи? Есть я и куда? Давай заберу. Раз я тут. Давай. Яичко тут лежит. Тихо. В гордом одиночестве. Ой. Забираю. Так, посмотрим, сколько сегодня еще будет. Да. Здесь у нас тишина. Гуськи. Тихо. Назад. Эй. Ты чё? Назад иди. Гуськи у нас. Нету гусик. В другом месте. В данный момент. Боже мой, как жарко. Надо уже раздеваться. То хожу тут в свитере. Ещё и в жилетке. Всё никак не могу снять. Как с утра натянула на себя. Хожу тут, работаю, уже жарко, пойду снимать. Да, тоже уже пожракали, ничего, сейчас вам будет вкусняха. Так что потерпите. Вот что за глупые гуси, скажите. Остался один и не знает, как выйти, кричит мне. Давай, иди, уже все там давным-давно, а ты тут орешь. Давай. Господи. Да, пошли, провожу тебя. Капец. Вот бестолковый гуся. Ну все. Уже всю траву сожрали. Нет, конечно, еще есть. Корешки шишо остались. А так вот зеленой травы тут уже и нету. Пусть выбирают. Потом пойдем на другое место. Пастись. Еще есть тут зелененькое. Чисто тел не трогали пока, но пробовали. Вон, есть еще зелененькие. Не любят они его, не нравится он им. А я тут нарезаю салатик. Супер салатик, вкуснячий салатик. Как вы думаете, для кого? Для курочек своих. Отварила яйца, которые непригодные для нас в пищу. Ну, зато они пригодные для еды птичкам. Я их хорошо поварила подольше. Даже Лизе одно яйцо досталось. Умяла только так это яичко. За ушами трещало. Ну, так по-быстрому нарезала. И бегу кормить. Уже все хотят. Целая миска. Ай. Так, все. О, целая миска. Ну вот, приготовила эта курочка. Вот дробленочка, мешаночка с яйцом. Здесь у меня цыплятка. Все, понесла им. Так, кто у меня самый голодный? Куры, да? Куры самые голодные. Идем до кур, идем, а то они меня сейчас снесут забор.
Сейчас, сейчас. Ой ты, господи. Налетели, налетели. Ой. Там вижу айва. Упала прям до сетку. Так, надо ее как-то вытащить. А как? Надо ее... Надо с той стороны идти. Пойду с той стороны, но потом. Сейчас надо идти кормить цыплят и утят. Все пищат. Все хотят жрать. Да. Следующие цыпки. Ну да. И Лиза тут, как тут. Да. Лиза проверяет. Проверяет, все ли тут в порядке. Ну все. Пошли все жрать. Очистки тут от айвы. Пока мисс не хотят жрать. Почернело. Айва. Варенье варим из айвы. Ну, Сережа кинул сырые. Спросил, куда девать. Говорю, куры, по идее. Курочки должны кушать, в принципе. Клевать они же жрут, куры-то. Клюют, когда айва падает, они ее жрут. А тут что-то не очень хотят. Хотя курёшки. Сейчас еще раз гляну. Ага, вот еще пооставалось у них. Ну, что-то поклевали. На полу есть остатки айвы. А цыплятки не поняли. А может, что и поклевали? Гусям кинули. Вот здесь. Но так как здесь гусей сейчас нету, очистки на месте. А гусей нету. Ну что, пожрут, поедят. Завтра буду варить. Следующую партию, когда будем готовить для варенья, я уже буду варить. Идут, идут, красавчики. Давай, идите, идите домой. Вспомнили, да? Давай, давай. А я тут стою с подарочкой, видите? Для уток. И для петушков. Ну и гусикам сейчас еще насыплю в кормушку. Уже все, сегодня гулять больше не буду, да? Пошли, пошли, они думают, что я им несу. Давай, давай, вперед, вперед. Ой, ты господи. Давай, давай. Ой, мне надо тем более там закрыть эту ограду. Давай, все пришли или кто-то там остался? Давай я закрою. Давай, давай, давай. Да-да-да-да. Га-га-га-га. Да-да-да. Петьки, а вы что не съели пшеницу, а? Я вам несла комбикорм. Раз вы не съели пшеницу, что вы ее не съели? Значит, я вам не буду сыпать. Ну, кормушки есть. Утки накинулись на жрачку. Бедные, голодные. Ничего не бедные. Ничего страшного. О, о, с голодного края. Ну да, все мне скажут сейчас, что утки сидят голодные. А утки просто постоянно что-то жрут. Постоянно воду пьют. Слушайте, какой же этот большой, да? Селезень. Красивый. Еще уже такие красавцами, короче, становятся. Водичка есть, но сейчас буду еще подливать им воду. А корма сразу много сыплю. Покушают, потом будут доедать еще. Это я им много насыпала. Котята маленькие, они должны расти. Корм должен быть всегда. Так что пусть кушают. И видите, как бегают. Корм, вода, корм, вода. Поэтому пойду сейчас еще им воды долью. Гуськам тоже насыпала кружку комбикорма. Лиза проверила, у всех все в порядке. В общем, идет домой, да, Лиза? А я подняла айву. Там вот, где было на сетке курятника. Такая хорошая, кругленькая, крупненькая.
Вот, подняла. Положу в ящичек. И будем варить варенье с утайвы. Что, мне надо сейчас здесь находиться, отгонять голубей. Вот уже один тут прилетел. Ну, сейчас отлучусь. Надо пойти еще покормить у мамы кур. Там каша есть овощная. Так что пойду им дам. И буду варить кашу тоже ж на утро, чтобы дать курочкам. Цыпкам. Да, цыпи? Поднимаем иммунитет. В мешанку я им кальций сейчас добавляю, витаминизированный. 50 грамм на 1 килограмм корма. Цыплятам и курам. А сегодня вот им яйцо в корм пошло. Сегодня кальций я им не давала. Завтра буду давать. Чё, Лиза, не за кем гоняться, да? Утятки уже все здесь. Лизе не за кем гоняться. Гуси сейчас в загоне. За кем гоняться? Да, Лиз, за кем тебе гоняться? Удобная вот эта кормушка. Утята залазят и живут в ней, короче. Вот так вот залезет и вылезет уже взрослый утька оттуда. Вот так кушают все. И большие, и маленькие. Так, петухам ничего сейчас не дала. Не дала, все. Нечего морду баловать. Вон лежит пшеница. Ну, много, значит, насыпала. Поэтому и лежит. Все, доедайте. Как докушаете, так и получите следующую порцию. И, скорее всего, уже завтра, с утра. Вот так, да. Что смотрите-то? Что? Не дам я вам больше ничего. Вот так. Так, все, иду я кормить. Еще ж одни куры у меня на очереди на кормежку. Ждут, когда их покормлю. У них там, в принципе, есть еда. Зерносмесь. Сухая. Дробленая. Надо им кашки дать. Еще надо проверить их. Ну, а здесь все хорошо, слава богу. Всех накормила, напоила, все, иду дальше.